Одри Хепберн стала иконой стиля 20 века, но была несчастлива в любви. Индира Ганди и Маргарет Тэтчер пробивали себе дорогу в политику, в то время как там главенствовали мужчины. Коко Шанель, преображая мир моды, встретила на своем пути множество препятствий. В наше время тоже есть необыкновенные женщины. Хрупкие, но упорные, нежные, но настойчивые, ранимые, но волевые. Многие на их месте опускают руки, а они выжили, выстрадали и победили. Смотрите программу «Исповедь сильной женщины» на канале «Теледом».